Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Спартак, и добро пожаловать в очередную серию летсплея по Майнкрафту с сервера Моншарда. Что ж, окей, мы сейчас находимся у меня на ферме опыта, еще не доделанной. Так вот, я, в общем, немножечко здесь такую забабахал комнатку небольшую. Чувствую, мне немножко еще придется поработать с системой сбора скелета, потому что они где-то там, мне кажется, застряют немножко. Работает все для моих ферм уже привычно. Почему-то некоторые скелеты вот успевают подпрыгнуть, это надо будет исправить дело тоже. Это мне вот не совсем нравится, то, что они прыгают. Они там собираются и падают вот с воды, это плохо, поэтому приходится постоянно закрывать, затем открывать, и некоторые все-таки падают и умирают. Что ж, мне сделали подарок, притарабанили двух свинок, что ж, спасибо большое, потому что сегодня... Как раз таки утром зашел, и на сервере был только я и Азраэль. И, в принципе, о, класс, я не закрыл эту штучку. И, в общем-то, когда нас присоединили, у меня хрюшек, я сказал, что, естественно, их у меня нету. И она мне решила их подарить. Что ли, в общем, механизм вы уже видели в предыдущей серии. Надеюсь, здесь я сделал вот такой вот себе спуск небольшой. Ух ты, как оно все там... развивается интересно, само по себе растет куда-то. Окей, что ж, ну и вот такой вот небольшая схемка или системка, я не знаю, в общем, подъемничка. У нас лифт основанный на вагонетках, очень все просто, все просто, я не знаю, без предела просто, может быть, даже. Ну а спуск, естественно, просто падаем вниз, хотя можно было бы и сюда спускаться, но мне лень. Хотя, может быть, погнали к току. Так что ж, давайте тогда сходим к току на всякий случай, почему бы и нет. Так, курочка. А что ж, в общем, выглядит эта балайда пока что вот как-то так, я не знаю. Я в середине просто решил цветной глиной все сделать. И там как бы есть у нас оранжевый цвет. Здесь я решил, чтобы было что-то похожее. Ну и пока что тоже что-то оранжевое. В общем, пока что это выглядит как-то так. Сюда потом приведу тропу, и все равно это будет не очень, ну как, это не очень близко к моей деревне, потому что... Ну, которая будет потом, пока что она состоит из одного дома целого. Ну ладно, это все в планах. Пока что главное будет провести тропинку, я думаю, может быть, здесь. Вот это озеро, скорее всего, вообще придется закопать. Мой небольшой мини-парк, еще одно озеро. Понемногу популяция рогатого скота растет, тростник. Что ж, давайте тогда займемся путешествием к доку. Блин, надо выложить все, что у меня здесь лишнее лежит, потому что лишнее мне не надо. Боже. Давайте сделаем как-то так. Как-то так. Все, есть новый лук. Один, есть второй почти новый. Господи, зачем мне их столько, я не знаю, если честно. Скоро буду их просто выбрасывать, потому что делать с ними нечего, но все же. А ну, будет? Нет, не будет. Так, теперь красные факела сюда. Ведро одно оставлю здесь, одно с собой. Щипцы пусть будут. Лопата, бронь. Бронь тоже можно сюда положить, пока что мне она не нужна здесь. Кости, естественно, сюда. Уголь сюда.
Топор сюда, лопата сюда, булыга. Так, о, надо будет меч свой забрать. Надо будет забрать свой меч как-нибудь. Вроде как все. Зажигалка надо, мне не надо, пускай будет. Ну, деревянные лючки точно не надо. Все, побежали теперь к... Эй, блин. Опа. Наберем воды на всякий случай. Всегда с собой ношу воду. По крайней мере, почти всегда стараюсь это делать, потому что... потому что вода может часто спасти нас. Так, что ж, красиво теперь выглядит. Уже тропинка до дома, уже все более-менее приобретает какой-то нормальный вид. Моя территория здесь. Что ж. Поехали. Что ж, надеюсь, лагать сейчас не будет, потому что в последнее время у нас как-то не очень хорошо работало метро, как-то что-то все лагало. Я, в общем, вообще избавился уже от нажимных кнопок, кроме старта и финиша. Потому что иногда бывает, что доезжаешь очень медленно, кнопку нажимаешь, и рельсы успевают потухнуть, прежде чем ты поедешь быстрее. Что ж, давайте чуть-чуть это тише сделаю. И будет все пучком. Ай, ё-моё. А ну киш, а ну киш, а ну киш, а ну киш. Ты вообще нормальный? Ну, ужас, хорошо, что здесь близко красные рельсы. Вот от такого надо будет как-то придумать, как от него избавляться, но потом я не думаю, что это будет очень часто. Такие ситуации все-таки как-никак мне надо еще здесь доделать. И все, никак не могу собраться и просто зачаровать все свои алмазные кирки, которые... У меня сколько там еще? 3 штучки осталось зачаровать, и надо будет это все докопать. И докопать еще глины цветной, и затем это все привести в нужный вид. То, как это должно быть. О боже. Что я здесь не писал? Так, что ж, мы уже близко возле... близко к финишу, уже не так долго осталось нам ехать. Вау! Привет, товарищи! Да, придется очень дофига, мало того, что 1000 блоков на рельсах проехали, так... Боже, ну подвинься, подвинься, только подвинься, я тебя моля. А, не. Ну почему? Стоп, мне казалось, мы уже должны были приехать. Ну же, о боже, этот свинозомби, он, это какой-то ужас, нет, все, да не, о боже. Да, я помню, я в прошлый раз к доку ходил, блин, пешком к нему вообще... С ума сойти, сколько можно идти, если лошади нету, то к нему лучше вообще не отправляться. Он там, к нему бежать, по-моему, где-то 2 или 3 тысячи блоков, и без лошади, ничего, вообще прикалываться. Из этих, правда, 2000 блоков там
где-то примерно половина по воде идет, по океану, но все равно много. Я реально не выдержу только бегать к нему. Тем временем 10 минут, еще ничего не сделали, только, блин, показал ферму немножко, пока проехал, уже хопа, а пол серии. На. Ничего не рассказал, ничего не сообщил, и уже пол серии. Хотя не знаю, не помню, что уже хотел рассказать, если честно, поэтому будем вспоминать уже в следующих сериях, скорее всего. Так, бомбаром. Сейчас, короче, не хочу бежать, если честно. Так что сделаем. Вот такой лифт уже, кстати, не популярный. Уже можно из вагонеток сделать. По-моему, там быстрее. Особенно со спуском, так точно. Ты меч сделал. Это же мой меч персональный. А, так, у меня есть где-то. Сделаем сейчас так. Или Gunpowder, или это. Вот возьмем это. Это для шутки потом. Это нет, мы же будем и у дока, и у этого. Точно. Все, значит, сделаем уже где. Вот, два. Ну, Хатаб. Хатаб не хочет помогать. Power and Breaking, Power 2. Блин, господи, здесь мои сломанные кирки лежат. Вот, посмотрите, сколько я перевел. Раз, два, три, четыре, пять. Это еще не все. Пару я ломал, которые были вообще плохие. Плюс еще у меня здесь раз, два, три, четыре, пять. Снова еще одна поломанная. И, блин, еще пять или сколько кирок у меня стырили. В итоге, короче, около 20 кирок только на метро алмазных. Это просто бред. Просто бред. Ладно. Так, понял, мы не дождемся, что там Хаттаб что-то отпишет, поэтому побежали пешком. Я не знаю, интересно, мы за одну серию хотя бы дойдем туда или нет. О боже, у меня здесь нету ласа. О! Йоу. А, где? Подожди. Подожди, Хаттаб. Подожди, Хаттаб. Хаттаб, повернись. Привет. Привет. Эй, на тебе хлеба и соли. Соли и хлеба. Эй, ну, паразит. Привет. Егор, очередной раз пару новичков назвали Игорем. Недавно. Помню, вот, разозлился. Я не Егор, я не Игорь, точнее. Так, исправляет всех. Злостно. А, ну и где Хаттабыч, ты куда полетел? Вон, вижу. Давай, я без жемчуга пока что. Вау, полегче. Полегче. Что ж, о боже, классный домик, нифига себе. Такой, о, прям. Как на, не знаю даже как где. Здрав будь. Здрав будь. На тебе хлеб, соль, соль, хлеб. Подпирайся. Есть. Что? И доку. А, ему надо что-то там делать. Там еще ран прибежал. Сделаем вид, что мы его пока что не видели. Библиотека. Сейчас пошифтуем, попрячемся. Что? Доски одинаковые. Что-то там со светом не так у Хаттаба. Хорошо, что есть немножко жемчуга. Классно, полетали. Угу. Ну да, света не хватает, естественно. О боже. О боже.
Так. Эй. А наверх нельзя забраться, да? Там, где он... Вау! Здорово. А, ладно, выбраться-то я могу. О, я нашел какой-то выход. Окей. А что же там? Есть. Ну. Мы делаем такую хитрую. Где оно? Там. Где же его? Где же его? Я не вижу, откуда летят эти штуки, блин. По звуку похоже на горящие стрелы, которые здесь стреляют, или что? Или на что это похоже? Ладно, уж так и быть. А вот и чудо-схема. Может, ее нельзя было показывать? Так, и что там происходит? А, ничего просто не пуляет уже. Вау! Что я набрал? А ну давайте попробуем. Да, вот как он это все сделал. Ого. Серьезно. Так, главное самому не попасть на эту штуку. Это у него очень все мощно. Ага, они меня потеряли. Я так не потерялся. Ух ты, здесь, кстати, красивый вид открывается. Это, наверное, что-то там слай, по-моему, живет. Должен жить там слай, мне кажется. А может и нет, у него просто оранжевое что-то было. Вау, телепортнулись ко мне, да, паразиты? Так-то. Тут всего пункт слежения за слаймом. Все, я угадал. Что там слай? Там у нас про Андре Бро. Вроде как. Оточи ее. Вон там, смотри, смотри. Андре Бро там, значит, муравья. Да, красиво тут устроились, ребята. Ничего не скажешь. Самое главное, рано такие леса здесь понастраивал, что вообще фиг пройдешь, блин, где-то. Боже, как у него здесь все страшно выглядит. Все в огне, все страшное, ужасное. Давайте потырим у него стрелы. Ладно, у меня фирма скрипа есть, и поэтому, блин. А, он тут засадил полный. Полный этот засадил. Эй. А, он тоже заполняет их, походу. Я понял. Ладно, окей. Что ж, пускай. Пускай. Давайте посмотрим тогда еще. А, у нас времени уже нету. Что ж, блин. Блин, ладно, не буду им писать. Потом узнает, что целую серию мы профукали на то, что походить и на этом. Воу. А, что ж, давайте на этом пока что все. Увидимся в следующей серии, там, где мы уже пойдем с Раном в его нору. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки и всем пока.